До нас в гості завітав гурт «Surfing Boners», а саме його учасники – Віктор Сливинський, Дмитро Видяков, Артур Островерхов та Артем Філінов. Вітаємо вас в нашій студії. В нашій студії. Музичні. І давайте розпочнемо з чого? З самого початку. Як ваша група народилася і з чого все починалося? Так, ну давайте я попробую рассказать эту историю. Она не очень... Не очень длинная, да. Довольно очень страшная. Спонтанная, скорее. Как сказать? В общем, наверное, я музыкой начал заниматься лет 5 назад всего лишь. Начал играть сразу на электро... Нет, я начинал играть на классической гитаре с металлическими струнами. У нее пошел... накренился гриф, все сломалось, в общем. И я потом начал играть на электрогитаре. Вот до сих пор продолжаю на ней играть. И появилось, естественно, желание организовать какую-то группу и продвигаться, и играть свою музыку, и чтобы люди это слышали, люди это оценили и так далее. А вот непосредственно Surfing Boners появились относительно недавно, этой весной, получается, наверное, где-то. Ну, где-то в районе марта. Артема мы знаем. Как бы мы друг друга знаем с первого курса. Мы сейчас на четвертом курсе учимся. Где? В МНУ имени Сухомлинского. Угу. Так давайте быстренько разберемся с составом. Да, как я понимаю, да. Это гитарист, да. Это барабанщик, там все понятно. Ага. Кто вокалист, кто басист, кто еще гитарист? Бас-гитарист. Вот, соло-гитарист. Соло-гитарист. Вот. Так, ну правильно, да, бас-гитарист, соло-гитарист самые такие крепкие, потому что гитары тяжелые, да, надо. Да, надо. Так, понятно. Что вы играете? Какую музыку? Ну, в целом можно сказать, что это музыка, вдохновленная ретро-мотивами там 60-х, 70-х годов. Абсолютно разные направленности. Да. Не обязательно это будет Элвис. То есть рок, рок-н-ролл. Периодически гараж. Там вдохновение от серф-рока, да, то есть вот все эти мелодии, которые мы привыкли слышать в вестернах старых или там в фильмах тоже 60-х годов. А иногда это бывают внезапно какие-то такие рокобильные припадки или рок-н-ролл. Да, так начиналось, но играем вообще очень вариативно. Хорошо, хотелось бы сегодня просто очень хорошо, что вы пришли с инструментами, хотелось бы чуть больше просто музыки, чтобы услышать ваши, как бы, что вы играете. Разговаривать будем в перерывах. Договорились? Да, конечно. Что мы можем сейчас услышать? Прямо сейчас играть? Прямо сейчас играть. Да, конечно. Хорошо. Давайте сейчас играем. Так. Так, это а называется, да, знаете, есть такое понятие, да, я такое понятие рояль в кустах, а у нас гитара Fender в кустах. Да. Зараз знову. И кофра. Давайте, ребята, давайте. О, вот я могу подставить. О, це будет у нас такая импровизованная барабанная установка. Так, что? Отже... Презентуйте нам, что вы нам зараз будете играть. В общем... Буквально недавно, очень короткое время назад, мы выпустили 3 песни в интернет, выложили их ВКонтакте, они довольно-таки успешно расходятся, я, если честно, в шоке этому. Ребята аналогично в шоке. Мы сыграем одну из песен, которая там есть, она называется «To Love You», и она там звучит в оригинале на... электрогитаре, но тут мы сыграем какой-то более-менее акустический вариант. Unplugged in New York, это будет Unplugged in Николаев, да? Да, да, да. Поехали. Thank you.
Я навіть трішечки підпівала love you. Дякуємо, хлопці. Давайте продовжимо нашу розмову. І в мене таке запитання, де ви виступаєте, де вас можна побачити? Ну, от прошедшу суботу був фестиваль від літературного поетичного об'єднання ЛСД, який у нас, ну, як сказати, не набирається, а просто довольно-таки популярна в Миколаєві, да. Розкажіть. Вот. И поскольку я последние полгода, наверное, играл с организатором другого литературного объединения, они там все вместе связаны, и как-то нашел способ, чтобы мы смогли с ребятами сыграть. И как для первого опыта было неплохо. Я не скажу больше, потому что у нас... В общем, смешанные впечатления. Смешанные впечатления, да. Так это было произошло. На какие-то фестивали, рок-фестивали выезжаете куда-то по Украине, пробовали уже? Планируем. Мы планируем. Да. Очень у нас будет необычный опыт, поскольку, в принципе, мы играли, наверное, несколько раз только на людях. В основном просто репетируем. И собрались с, опять же, как я сказал, с Антоном Луценко из объединения «Пролетарт». У нас есть совместный с ним проект, это «Трое в лодке», то есть он там читает стихи, я играю на гитаре, и еще один парень играет на перкуссии, но, видимо, придется, наверное, Диму взять с собой нам, потому что парень, который играет на перкуссии, он занят, по-моему, на работе или что-то такое. Скажите, ребят, хотите ли вы, так сказать, начать действительно профессиональную деятельность как рок-группа, или вы относитесь к этому больше как к своему хобби? Я всегда задаю этот вопрос группам, которые приходят, потому что само у меня была своя рок-группа в свое время, как бы я знаю, что это такое, особенно когда кто-то уходит жениться, кто-то уходит на работу, другие переходят, кто-то еще, кто-то уходит действительно в профессиональные музыкальные рок-группы. Как вы хотите, как вам хотелось бы? Ну, хотелось бы действительно добиться профессиональных успехов. Нам хотелось бы играть музыку, мне кажется, вот в первую очередь, чтобы это было качественно, было красиво, и людям это нравилось. А профессионализм работает. Профессионализм. Это не только хобби для нас, но вот хотелось бы развиваться. Хорошо, что-нибудь еще веселенькое нам, такое зажигательное. Можем? Давай! А какой? Твою. Ой, чувак, у меня голос съевший, серьезно. Ай-яй-яй-яй-яй. Чего? Это же в моем эфире, начали все разумеешь. Как в старом анекдоте про рокеров, а какую тему мы играем? Да-да-да. Ждите, ребята. Секундочку. One, two, three, four, Микола, починай. Да можно рекламную паузу какую-то на 3 секунды, пока достиг медиатор. Так. Так, на налаштование же и налаштование. Это кавер на... Нет, меня ничего не настраивало. Это кавер на песню Мака де Марко. Если кто-нибудь смотрит николаевское телевидение и знает, кто такой Мак де Марко, то это хорошо. Вас привет. Да. Я думаю, что все дивлятся. То мы их порадуем немножко. Нет, я не это имел в виду. Я имел в виду, кто знает его. Да, знаю уже. Вот, да. Так. We'll be right back.
Дякуємо вам, хлопці, за такий, це був кавер, так? Да, це був кавер. А над своїми піснями ви працюєте, пишете, щось мусите? Да, удобно. І хто з вас, пише? Це таке, коли чи колективно творить? Вот творчість. Это главный творец. Да. Главный геолог. Главный творец, очень, да. Очень, очень приятно, Артем. Скільки вже пісень народилося? Хоч много, наверное, если попытаться посчитать. Отдельно для этого проекта, отдельно для этого, как бы сказать, для нашего коллектива, то, что мы можем вместе реализовать, как минимум есть уже три. В проекте, как сказать, как все музыканты, наверное, пишут стол, как все писатели, очень много материала, его надо обработать. На стол, под стол. Да, везде абсолютно, по квартире. В общем. Да. Ну, ребята тоже занимаются этим и пишут, и если что, вот, например, в субботу мы сыграли песню Артура. Да, вот. Сыграли. Сыграли. То есть, как бы, да. Вообще приветствуются абсолютно любые вложения, как в плане музыки, так в плане текстов и прочих вещей. Вышло так, что у нас просто, как бы, ну, сложилось так, что, в принципе, в группе почти у всех у нас разные музыкальные вкусы. Вот. И когда мы сочиняем музыку, то как бы, соответственно, влияние разных жанров абсолютно ну, как бы, сливается. Иногда в него Элвис вселяется. Да, иногда в него. Самое цікаве, да, коли такі різноманіття, і коли воно поєднується воєдино, і народжується якийсь хіт, такий хітяра, так? Ми чекаємо з нетерпінням. То в нього вселяється Елвіс і починають грати рок н рол. Так і було. Так було діло, так. Бас какой, не Урал? Нет, не Урал, Сквер Ягуар. А, ну это уже лучше. Да, все люди, которые начинали еще в советское и в самое постсоветское время играть в рок-группах, все проходили через гитару Урал, да, все ее знают, такой ударный инструмент, то есть да, это считался деле, сразу басист и ударник, да? А, да. Ребят, скажите, какая у вас есть мечта, вот как у группы, как у коллектива, что бы вам хотелось? Как у группы? Да. Для начала вместе остаться. Вот, остаться, да, знаете, вместе и... Быть услышанными, пожалуйста. Быть услышанными, да, виденными, понятыми. Да. И вот в таком вот духе. Как... Сейчас мы об этом думаем. Что у вас выйдет. Так. Хорошо, ну и на финал что-нибудь нам еще сыграть сможете? А перед тем побажайте нашим телеглядачам. Да. Что вы хотите побажать нашим шановным телеглядачам? Мы хотим пожелать нашим телезрителям этой передачи, чтобы они слушали хорошую музыку. Это очень важно в наше время, мне кажется, потому что засилие огромное коммерческой музыки, которая не несет никакой абсолютно ценности для души или как-то в этом духе, в этом направлении. И... Духовной нагрузки. Духовной нагрузки. Да, мы желаем вам больше музыки для души. Конечно, дякуем вам, хлопцы. И давайте нам врежьте рок. Зарядить позитивом та енергетикою на цілий день. Так, знову. А какую тему мы играем? Просто думали что-то одну сыграть, и теперь у нас такое... А вы что думали, хлопцы? Тут надо, треба, давай драйв. Мини-концерт. Да, мини-концерт. Давайте драйв. Давайте Хаслера попробуем. Давайте попробуем. Это еще один кавер еще одного Мака Демарко. Мы попробуем его исполнить. Не спевайте гучніше, бо тут треба, бо наша такая студия тут... Зарядилась. Мы взагалі-то всі попереджаємо. Тільки говорить вообще буду практически. А. Особые мотивы. Енергічній ноті ми закінчуємо наш ефір. Дякую вам, хлопці, що завітали. Ми вам бажаємо
гарних емоцій, позитивного настрою, посмішки, здоров'я і всього самого найкращого, щоб вас оточували яскраві кольори не тільки навкруги, але й в душі. І хай музика супроводжує вас кожного дня. Бажаємо вам гарного дня, гарного тижня. Всім пока! Зустрінемось!